С вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о сервисе Drop.io, с помощью которого за считанные секунды можно поделиться файлом в интернете с помощью ссылки. Часто бывает так, что необходимо поделиться изображениями или файлами с другими людьми. Одним из простых способов сделать это – воспользоваться файлообменными сервисами. Но такие сервисы работают не всегда очень быстро. Drop.io выигрывает в скорости и простоте. Все, что нужно сделать, это перетащить файлы в окно браузера. Они загружаются, и сразу получается ссылку на этот файл. Кроме изображения, это может быть файл любого формата. Если файл достаточно большой, тогда загружаться он будет долго, и смысл использования этого сервиса, по сути, теряется. Также можно загрузить сразу несколько файлов. Например, если это изображение, то сервис автоматически формирует слайды, при этом можно скачать все файлы, пролистать их и даже вставить на свой сайт с помощью кода. При вставке можно легко поменять размер под дизайн вашего сайта. Таким образом, сервис Drop.io является одним из самых простых и быстрых способов поделиться файлами небольшого размера в интернете с помощью ссылки.